Весна в цьому році не бавить нас сонячною погодою, але ми в гостях у жінки, яка створює теплий та весняний настрій за допомогою квітів. Саме з тюльпанів починається ранок нашої героїні. Сейчас, когда цветут тюльпаны, то, конечно, встаю пораньше, потому что приглашаю посетителей где-то с 9-10 утра. Естественно, к этому времени я уже должна быть готова. И плюс, как бы, хочется до того, как придут посетители, пофотографировать, что нового там распустилось, что выросло. Інна відома в Миколаєві саме тюльпановою веселкою. До неї приходять на екскурсії і в сонячну погоду, і в дощ. Цей квітковий карнавал у житті Інни розпочався, як не дивно, із захоплення історією балету. Когда я читала про Анну Павлову, знаменитую балерину, она как бы последние годы жизни, уже там после революции российской, она же жила в Лондоне. И у нее в лондонском доме в Ivy House был сад, и там было 6000 тюльпанов. Я когда прочитала эту цифру, мне казалось, боже, это так много, ничего себе, вот бы и мне такое. А зараз в ней вже 4000 цих весняних рослин. Інна вважає, що в колишньому житті могла бути друїдом. А ще жінка продовжує родинні традиції. Этот дом, он как бы родовой, можно сказать, это какое-то родовое имение, то есть тут прабабушка и с прадедушки это все начиналось, они здесь жили. И тут у меня до сих пор, ну, в коридоре лежит дорожка, которую ткала моя прабабушка. Лежат ее вышивки какие-то, как бы вот я продолжаю вышивать, мама моя, как бы сестра, все. И все это как-то, ну, в детстве ты на это внимание не обращаешь, это кажется чем-то неважным, какой-то даже рухлядью, старьем, а сейчас со временем тебе важно, что вот, вот там вот этот зеленый стакан, это стакан моей прабабушки. Ця енергія підживлює, налаштовує на потрібний лад. А покажете дорожку туди? Покажу, звісно. А ось і вона. Старовинний дім та речі в ньому ніби приховують якусь таємницю. Тут є роботи і самої Інни. На них витрачено не один рік життя. Вона полюбляє вишивати ввечері. Вечір – це от це время підзарядки, як би встановлення якоїсь енергії. А також у ці часи приходить натхнення для слова. Это Лев Толстой сказал, что если ты можешь не писать, не пиши. Но это не про меня. Я много раз как бы, ну как, это, ну во-первых, это была сначала изначально моя профессия некоторая, то есть я копирайтер, как бы я писала тексты там рекламные и все, но это очень иссушает, ну потому что когда ты все время пишешь, например, про те же автокраны, тебе уже вообще больше ничего не хочется. Вот, а когда ты даешь себе какую-то свободу, то есть у тебя как бы слова льются легче и какие-то сюжеты появляются, что-то интересное. Інна зараз фрилансер-журналіст, а також записує власні роздуми, спостереження за світом, що навколо неї. Не можу сказати, що я одиночка, але я спокійно, я не считаю одиночество негативным. Одиночество очень вдохновляет, и ты в одиночестве очень хорошо себя познаешь. Это не значит, что тебе не нужны другие люди. Конечно, нужны. Они очень интересны, и с ними обмен, и ты с ними растешь. Но сам себя ты тоже должен как бы понимать и иметь время на себя. На її думку, якщо вже спілкуватись, то з розумними людьми з відкритим серцем. Даже не столько умные, вот что они там много знают, а люди, которые милосердные, которые способны понимать и прощать. То есть у нас очень много категоричности в обществе, очень много агрессии. Когда вот есть черное-белое, если ты не такой, то ты уже плохой. Як квіти у саду Інни, всі ми різні, але шукати шлях до розуміння справді варто.